Ну что, Клайд буянит? Видимо, кто-то его огорчил. Ты ведь работал с ним, да? Скажи, кто он такой? Мастер шпионажа? Шпионов хоть пруд пруди. Вот я шпион, а Клайд умище. Он был виртуозом по операциям с минимальным риском. Убийца? Нет, мы убивали. А он убирал людей на любом расстоянии. Это его дар. Он был лучшим из лучших. Я пытаюсь объяснить вам, что он слышит и видит все, что вы делаете, поверьте мне. Нет, он сидит в тюрьме под сотней замков. Да он сидит в тюрьме, потому что ему так удобно. Он прирожденный стратег, у него все ходы наперед продуманы. Он отомстит всем, кто причастен к смерти его семьи. Так я не понял, он что, непобедимый? Разве что вы застрелите его прямо в карцере. Других вариантов нет. Он непобедим. Если вы ему насолили, вам крышка.